Всем привет! Сегодня я на пазике буду ехать по маршруту Серпов Корнукова, Елсы, Парандай, Микоряева. Вот. Буду ехать по этому маршруту на паз, на автобусе паз. Вот этот пазик у меня есть. Теперь я могу спокойно себе поехать. Из Серпова. Ой, я правда врезался чуть-чуть. Он, кстати, очень быстрый. Вот я сейчас еду на нем, он очень быстрый. Вот этот паз. По сравнению с другими автобусами, которые... Хотя и Карус тоже был. Вот красный Карус в прошлой серии был тоже. Я только что записал серию, но там было много очень ошибок. То есть фейлов было много. Я удалил этот файл, потому что мне было очень неприятно, что много очень ошибок я допустил. Я почти доехал до конца маршрута, но потом отменил. В общем, там было много недочетов. Из-за этого я все отменил. И автобус мне как бы захотелось поменять. Я вот поменял автобус на вот этот. У меня был вот тот автобус. У меня был как бы такой другой автобус. Кстати, вот маршрутка есть такая. Кто там на маршрутке помнится? А паза реально очень быстро. Билан GSM. Что-то такое. Я быстро очень доеду, где-то, значит, за 15-20 минут объеду весь маршрут. И уже без всяких там ошибок. Методами пробы ошибок я все-таки записываю эту серию. Поэтому вот вы ее видите. Так. Все, садитесь люди на пазик. Что-то никто не сел, походу. Да, или сел? Нет, тут кто-то сел. Почему-то никто не сел. Никто не сел. Рано я подъехал, и никто не сел. Как я понял, я сейчас терпаю. Не знаю, где Серпов. Ой! Я случайно врезался в Икарус. Тихонько, так, тихонько, тихонько. Икарус. Так, разминулись с Икарусом. Посмотрим, какой минут. А, вообще ничего, я задел случайно Икарус. Но это бывает, это бывает. Какие-то машины едут. Какие-то машины едут, да. О, вот это, кстати, ЛАВ. Львовский автопром. Кстати, тут уже трафик получился. Ну, есть трафик, потому что когда я записывал, трафика не было. Ну, когда я прошлую серию записывал, про, короче, про другой маршрут, которая не вышла. Это потому что я это много было очень ошибок в этой ветке, в серии, в смысле. Из-за меня, и я, в общем, вот так вот такие вот дела. Теперь я буду ехать строго по дороге. Хотя, возможно, я и съеду с дороги и буду ехать на эскосок. На эскосок быстрее, кстати, ехать. И паз предназначен, чтобы ехать на эскосок. Мне не хотелось ехать по тому же маршруту, поэтому я выбрал другой маршрут. Пока стабильно все проходит. Главное, чтобы сервер не отключился. Не отключился, тогда будет все нормально. Что-то не... Что такое-то делает дорога куда-то? Там. Прямо около моста. Вот он, этот автобус ПАЗ, он такой классный, тут есть разный расцвет, красный, по-моему, синий и зеленый, вот у меня зеленая расцветка, раскраска, зелено-белая, в смысле, а есть еще синяя-красная, там, ой, синяя-белая, красно-белая, вот так вот, эти полоски, видите, тут они все, быстро, короче, я еду, 80 км в час. А тот предыдущий автобус ЛАВ, он ехал где-то 90 км, ой, он ехал где-то 60 км в час. Это я еду 80 км, а он ехал где-то 40 или что-то такое, 40, да. Быстро сейчас домчим.
Так, включил поворотник, отключать поворотник. Это немножко другой маршрут, не тот, который был в предыдущем видео, которое я не записал. Ну, не выложил, в смысле. У меня еще было две попытки записать серию, где я по Серпухову еду на ЛАЗе, но у меня не получилось, потому что там сервера выходили. То есть сервер, короче, крашен. Вот остановка. Но поперек дороги это некрасиво, но не важно. Все, можно уже гнать. Кстати, это маршрут более быстрый, потому что тут всего лишь 1000 метров надо проехать. До следующего, я думаю, все будет нормально. До следующего пункта. Я не заблужусь. А вообще с горки он день. Сейчас посмотрим, сколько он с горки валит. Вообще 80 он валит. Ну, 90 где-то так, 8. Между 80 и 100. Видно, что дороги залатанные какие-то, плохие. Но я еду нормально, на кочках когда подскакивал. Это же пазик, на нем так и нужно ехать, на кочках подскакивать. Он так и ездит. Зеркала заднего вида не работают, как вы видите, просто серые. Ну и что же вы хотели для игры на Android? Хотя в других играх-симуляторах иногда я, по-моему, видел, что там есть зеркала заднего вида. Вот так. 370 уже метров осталось. Вообще очень быстрый маршрут такой. Мне очень нравится. Возможно, мы даже и назад поедем, потому что быстро этот маршрут. Ой, я пройду в остановку чуть-чуть. Ну, чуть не врезался, поэтому камера плохо очень. Да, я заехал на бордюр, не надо. Так, сюда и сюда вот так мы поворачиваем. Так, все, выезжаем, то есть, ну, включаем поворотник и выезжаем. А, здесь уже 3000 метров, ну, ничего страшного как бы. Заодно, кстати, сейчас я гляну, есть ли кто-то вообще на серваке. Есть. Только автобусы, кто нарушает бампер. Вот я 49-й данный. Ну, только автобусы, правда, некоторые ездят и на машинах, а почему-то их не убирают в сервер. Ну ладно. Так. Поехали. Быстро ехать, конечно, сложно на пазике. Но я гоню где-то 60 сейчас, потому что на горку чуть-чуть. Давай. Пазик. Паз. Пазик. Паз. Паз дает газ. О, тут уже такая более плохая дорога. Ямы тут такие, я видел. Огромные только что были. Паз дает... Сейчас я сочинил стишок это, про то, что паз дает давлю на газ. Прикольно. Так, все. Практически уже доехал. Так, я правда не понимаю, как это ехать. Надо проехать сюда, получается, вниз. Ага. Я понял.
Так, сейчас мы посмотрим, как он. Все правильно, едешь прямо, потом. Да, потом надо на поворот. Так. Просто проверил карту, потому что я еду по этому маршруту первый раз. Так, мы первопроходцы, да. Вот я первопроходец здесь. Не помню, я не знаю этот маршрут. Ну ничего, тут GPS нормально показывает. Куда-то, правда, в сторону уходит дорога, но это не мешает мне ехать. Кстати, на кочках я еду 80 км в час, я еду на кочках. Меня еще, как меня еще не заносит, я не знаю. А вот поворот, теперь надо налево повернуть. Круто очень повернул. Не помогает скорость. Парам-парам-пам-пам-парам. Это я когда на дальнобойщиках ездил, короче, в этом, на стриме, то я пел эту песню. Там далеко вот это, знаете, где огонек вот это называется. Я сзади, вы где кто-то пишет. А, это когда я ехал на другом автобусе, в общем, там. Там меня спрашивали, где я. Да, меня спрашивали, где. Ну, я говорил, что я на что я сзади, и я уже уехал давно. Голосовой чат я отключил. Просто потому что мне он не нравится. То есть, ну, нельзя записи вести экрана и с микрофоном. Когда голосовой чат. Все. Едем дальше. Кстати, когда я выезжаю из кармана, из этого, из остановочного, меня должны пропускать те, кто едут, но никого все равно нету, поэтому можно и не париться. Опять 1000 всего метров, расстояние очень маленькое, маленькое расстояние очень. Пазик быстрый, 90 км в час еду, и очень такой быстрый маршрут, то есть маленький маршрут. По сравнению с тем, который я ехал другой. Ого! Я перелетел как. Паркур. Паркур на автобусе. Это было просто. Я перелетел сквозь знак. Сквозь знак полетел. Было не запланировано, но на большой скорости меня просто занесло. Сейчас я стану на остановку и напишу им, где я. Потому что я хочу, чтобы они подъехали тоже сюда. Сейчас. Нет, да, это конец. Вот. Хотя когда конец маршрута, мне показывает, что это работает. Поэтому пока что это не конец еще. Не кряю. Если стану на остановке, напишу мне где. Так. Микряево. Сейчас я ему напишу Микряево. Так, Микряево.
Вот так я стою на остановке на пазике на зеленом таком, зелено-белом. Я ему написал. Сейчас напишу ему. Вы где? Кто-то есть рядом? Сейчас, секундочку. Все, я уехал. Пусть там отвечают. Опа. Опа. Так, выезжаем отсюда. Уже опять темнеет. Точнее, почему опять? Уже темнеет. Потому что на прошлом маршруте у меня тоже темнело, и это раздражало немного. Сейчас надо включить фары. Во, вот так будет лучше. Парам, парам, пам, пам, парам. Поздно отключил поворотник, правда. Тут недалеко ехать. Я, правда, я повернул, потому что этого требовало, получается, может, требовало. Вообще, мне нравится пазик в этой игре, он очень такой поворотливый. Вот есть, правда, еще остановки, на которых есть люди, но забирать их не нужно, потому что, ну, потому что я не для этого автобус брал, это другой. О, сюда. И Кряева мы покидаем и гоним изо всех сил. Пока на конечную. Автобус на... Я так понимаю, это поехать я забыл, потому что уже много очень остановок было. Ну, нет, в смысле, не очень много, но было. Поэтому. Кстати, поставьте пока лайки, подпишитесь на канал. Переходите по ссылкам в описании, там, помогайте мне. И также вы можете там заработать. Да. Все, я наручник поставил. Пока я никуда не врезался, я никуда вообще не... Ну, врезался в знак того, что город начинается, деревня начинается. Ну, это такое. Это такое. Это такое. Это была ПГТ, по-моему. О! Куда? Ну дальнобой, ну куда, блин, ну дальнобой, ну он вообще офигел, блин. Ты, вот что он сделал, он мне пас перевернул. Мне пас перевернул, блин. Вообще офигел. Мне пасик перевернул, я ехал по дороге нормально, мне пасик перевернул. Не пас перевернул. Вот почему плохо играть на сервере. Вот. Потому что там неадекватные люди какие-то. Мне надо сейчас этот взять теперь компьютер, то есть нажать на компьютер и здесь обновить позицию. Вот. И можно будет ехать. Сейчас посмотрим, кстати. А сколько, если не взять, надо... Нет, 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 нет. Он вообще не отвечает даже. Обратно надо с большим трудом. У меня пазик, правда, не пострадал, но вот, конечно, это неприятная ситуация была. Также тайм-коды будут в разных локациях, ну, в разных всяких прикольных штук. Тайм-коды будут. Например, как вот этот тайм-код. Будет много, конечно, по этой игре видео. Тут еще есть много маршрутов.
много народу можно будет еще увидеть на серваках. Но пока мне не нравятся люди, которые тут играют, потому что они играют не по правилам. И вообще, тут написано автобусы. Надо было узнать его ник. Если бы я знал его ник, я бы пожаловался на игрока, потому что написано только автобусы, а он не дальнобойщик. На серваках. Надо пожаловаться на него, но... Не знаю, он как-то пропал сразу. То есть он так сразу исчез. То есть это у него что-то залагало, и он как-то дружит с ним. Так, я еду 60 километров, как понимаешь. Так, 3... Ой, я когда-то не туда еду, правда. Почему-то. Ну, я думаю, сейчас все. Опять я не изведу эти маршруты самостоятельно, потому что слишком долго ехать без игры, то есть без записи, поэтому следовать эти маршруты невозможно. Сейчас будет поворот, вот, будет поворот. Опять я еду не туда, опять я еду не туда, куда-то. Сейчас. Мне надо как-то посмотреть, куда я вообще еду. Да, мне надо сюда в ели. А я еду. Ага, то есть мне надо прямо ехать. Тут будет дорога. Тут будет, получается, дорога. Да. Все правильно я еду, все правильно. Просто это слишком далеко будет. Сейчас, секундочку, я правильно еду? А нет, нет, неправильно. Неправильно. Я надо развернуться и поехать обратно. Я не туда свернул чуть-чуть. Совсем не туда. Так, все, я еду обратно теперь. Правда, теперь можно съехать с дороги и поехать наискосок. Правда, я упал. Ну, так получается. Мне бы надо было канистру с топливом купить, конечно, но у меня ее нету. И где там заправки, вообще я не знаю. Мне, по идее, раньше хватало этого бензина, а теперь что-то не хватает. Такие длинные, конечно, маршруты. Смотрим. Ок, но у меня нету. У меня нету, получается, канистры с бензином. Дорога. Дорога очень длинная. Из-за этого я не могу понять, как вообще ехать. Так, вот этот населенный пункт какой-то. Надо проехать как бы наискосок, потому что дорога как бы идет туда, поэтому можно наискосок проехать. Да, можно проехать наискосок. Я уже жму изо всех сил на этот газ. Ага, не проеду я наискосок. Тут заборы. Ну, сейчас мы объедем эти заборы, и все будет нормально. Ой. Тут заборы. Объехать не получится. Где-то, я думаю, они будут заканчиваться. Я врезался в забор, поэтому надо нажать сюда. Набор запчастей. Окей. И все, у меня уже фазик как новенький. Вот так я объезжаю, получается. То есть я думал срезать, но не получилось срезать. Не получилось немного срезать, ну. 3000 метров ехать, конечно, это
очень долго. Поэтому вряд ли я поеду обратно. Вряд ли. Так, куда мне там надо? Ага. Угу. Через один поворот надо повернуть. Так. Турун, турун. Почему-то у меня эта песня. Вот я еду, и мне скучно очень. Потому что я еду очень далеко, долго уже. Ой-о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 й
Написали, ребята, кто на автобусах, приезжайте на вокзал. На какой вокзал? Я не хочу ни на какой вокзал приезжать. Так, мне надо сейчас восстановить опять эту... Обновить позицию. Меня что-то сильно занесло на этих буграх. Но я еду под прекрасным звездным небом. Надо опять срезать, потому что мне не хочется ехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Не сильно, правда, можно срезать, а только так чуть-чуть, но все же можно срезать. Так, 202 тысячи метров уже надо ехать. Стоп. Куда-то я не туда свернул. На лесопилку. Думал, что тут поворот какой-то. Здесь лесопилка. Здесь леса. Я чуть-чуть не доехал до поворота. На лесопилку свернул. Так, здесь стоп, 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 стоп. Сейчас надо посмотреть, да, повернул или нет. Так. Вот тут можно, кстати, увеличивать карту. На весь экран. Так, куда нам надо ехать? Серпов. Вот в самом низу тут. Ага, все правильно я повернул. Тогда вообще нету никого вообще, то есть. Серпове, наверное, все в Серпове, но... Ладно. Все в Серпове, наверное, все-таки же. Когда дорога поворачивает, я могу срезать. Чуть знак не задел. Вот яма какая-то большая. Те, кто садятся сзади, подпрыгивают так, что капец. Но это в реальной жизни в пасеке так бывает. Пасеки. Вот так вот. Вот я уже доезжаю практически до конца. Я уже вижу, что я там не проеду. Поэтому надо съезжать где-то здесь вот. Сюда вот, потому что я не проеду там в Серпове. В этом, в
из-за заборов. Конечно, так в реальной жизни пазики не ездят, абы где, но это же игра, поэтому я могу ездить абы где. Так. Елсы, елсы. И от елсов надо будет еще ехать. Да? Сейчас посмотрим. А, ну тут они так уж и долго. По прямой отрасли надо будет ехать. Мне уже это, конечно, мне нравится игра. Мне нравится игра. Все. Без комментариев больше. Нету слов. Просто. Если бы тут еще поезда через переезд, когда я переезжаю, ездили, было бы еще лучше. Это наподобие Bus Driver Simulator что-то, только лучше, наверное. Тут еще есть Волга, например, Волга и так далее. Вот продолжаю ехать дальше. Да. Продолжаю. Игра мне нравится. Много советских, а также украинских. Ну, тут есть украинская машина. Ой, автобус. Он советский, советско-украинский. Вот. Практически уже доезжаю, 978. Там уже 900 метров осталось. Тут, кстати, срезать нельзя, потому что тут вода. Это мост через речку. Вот так вот, мост через речку. Четыреста, триста. Так. Давай, 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 давай. Я стою возле, ровно возле остановки, мне надо отъехать. Позаехать по-нормальному в этот коридор. В этот карман, потому что они... Все. Отлично. Теперь опять почему-то надо ехать 3000 метров. Подождите, сейчас мне надо остановиться, посмотреть карту. Так. А, так это назад в Серпов. Это назад в Серпов. Из Серпова я ехал, получается, из Серпова надо и закончить Серпова. Стою сейчас около остановки Карнукова. Карнукова. Это где мы? Это вот это мы сейчас выезжать будем. Из этого пункта выезжать будем сейчас. Кстати, нашел тут двухэтажное здание такое. Как коробка какая-то. Там тоже сверху. Типа, наверное, сельская рада какая-то. Я не знаю, что это за здание. Или школа какая-то, наверное. Так. Тут указатели какие-то стоят. Мне надо в Серпух. Стоп. Мне надо в Серпух. Мне все-таки надо было вспомнить. Ай.
цепь не совсем туда, куда я сел. А, все правильно, мне это все. Мне же перфур повернуть. Перфур мне надо будет повернуть. Вот так он называется. Перфур. И там уже неподалеку из серпов будет. Когда я поверну возле пертур, там уже будет неподалеку из серпов. Только возле пертур надо будет повернуть. Будет поворот, где на серпухов. На серпов. Тут не серпухов, тут серпов. Не серпухов. Так, стоп, тут вот где-то здесь будет поворот. Ага, вот он. Вот он этот поворот. Ну не там на церкви. Через Краснодар. И маршрут закончится. Я так думаю. Ну да. Ну замка кольцевой. Проеду наискосок. Прям до той деревни. Я остановился возле железнодорожного переезда, чтобы посмотреть, нет ли поезда. Так как в реальной жизни. Но я не знаю, есть ли тут поезд, но тут я никогда его не видел. Сейчас будет поворот на серпов уже. Я повернул на серпов, и теперь могу... И уже практически в Серпове, он 850 метров. Пазик реально крутая вещь, быстрее катается. Но хотя есть еще и Икарус, который красный, вчера, который я обозревал. Он тоже катается очень быстро. Вот все, я уже до Серпова доехал. Вот такой был кольцевой маршрут у меня. Длинный-длинный. Прям на 40 минут там. Да. Пока доеду, будет как раз запись 40 минут. Прекрасно. Положено, поворачиваю. В общем, у меня там показалось, сколько я заработал. Просто это не... И у меня показалось, что я выполнил маршрут. Вот. Поэтому вот такой вот был маршрут. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайки и подписываться на канал. До скорых встреч.